В Германии готовятся к маленькому политическому потрясению. Пройдут выборы в ландтаг земли Мекленбург-Передняя Померания. Победу там собираются одержать правопопулисты. Опросы показывают, что избиратели готовы голосовать за тех, кто пообещал избавить страну от мигрантов. Но регион на самом деле небольшой, всего 1,5 миллиона жителей. Но он может стать первым из федеральных земель, где партия «Альтернатива для Германии» получит большинство мест в региональном парламенте. Ультраправые уверены, они легко обойдут партию Ангелы Меркель. Ведь именно христианских демократов общественное мнение винит в том, что Германия сейчас полна приезжими. Миграция сама по себе неплохая вещь, но проблема в том, что только Германия широко открыла двери для приезжих, и поэтому сейчас в нашем обществе столько ненависти к этим беженцам. После Мекленбурга Передней Померании политическое потрясение ждет столицу. В Берлине выборы в ландтаг пройдут 18 сентября. Тем временем до выборов в парламент Германии, Бундестаг, остается примерно год, и за это время станет понятно, сможет ли канцлер вернуть себе доверие избирателей. Сейчас соцопросы говорят об обратном. Меркель теряет популярность, уступая все и той же «Альтернативе для Германии». Этой националистической партии всего 3 года, она уже научилась умело пользоваться протестными настроениями немцев. У наших людей большие проблемы с мигрантами, особенно в Западной Германии. И граждане нашей страны говорят, мы не хотим видеть этих людей здесь. И я соглашусь с ними. В конце концов, это работа каждого политика – обращать внимание на проблемы заблаговременно, еще до того, как это приведет к кризису в государстве.